Получил письмо. She said, I don't know what to do. Она сказала, я не знаю, что делать. Many of our church don't know what to do. Многие в нашей церкви не знают, что делать. We were having wonderful services. У нас были замечательные The Spirit of the Lord was with us. Дух Господень был с нами. But our pastor thought there was more. Но пастор наш думал, что что-то больше нужно. The church wasn't growing fast enough. Что церковь недостаточно быстро растет. And he heard of a revival. И он услышал о пробуждении. He went to this revival. И он отправился на это пробуждение. He came home 3 months ago. И вернулся 3 месяца назад домой. He got up to preach. Он встал, чтобы проповедовать. And he started to laugh. И стал смеяться. For half an hour. Полчаса. He couldn't control himself. Он не мог контролировать себя. He just laughed and laughed. Он просто смеялся there, и смеялся. There was no preaching. Не было проповеди. And he told us, и он сказал нам, this is a new move of the Holy Ghost. Это новое движение Святого Духа. We went next week. Мы пришли на следующей неделе. Sunday morning. Воскресное утро. He gets up. Он встал. And he starts uncontrollably laughing and shaking. И он начал бесконтрольно трястись и смеяться. No preaching. Без проповеди. 3 months. 3 месяца. No preaching. Нет проповеди. Just laughing. Только смех. And he calls it a move of God. И он называет это движением Божьим. Let me ask you a question. Позвольте задать вам вопрос. The Holy Ghost who wrote this book. Дух Святой, который написал эту книгу. Who said the truth sets you free. Который сказал, что истина сделает вас свободными. Would he cause a minister to laugh so he cannot preach this word? Вызовет ли он такой смех у служителя, что тот не сможет проповедовать его слово? We have ministries now. У нас сейчас есть служение. Bark like dogs. Лают как собаки. Make animal noise. Животные звуки разные издают. I have a tape. У меня есть кассета. Of a prosperity preacher. Проповедника процветания. I'm not naming any names. Я не называю каких-то имен. I'm not putting these men down. Я не пытаюсь уничижить этих людей. I'm talking about a Abiathar priesthood. Я говорю о священстве Авиафарова, that pleases men. Которое угодничество людям, refuses to reprove sin. Которое отказывается грех исправлять. One of the pastors said, один из пасторов сказал, put away your Bible. Отложите ваши Библии. It has nothing to say to you. Она вам ничего не скажет. Another. Другой. The minister. Служитель. Is on his hands and knees. На своих руках и коленях. He's running. He's like a dog. Он бегает как собака. Running around barking. Бегает вокруг и лает. Another. Другой. Is on his hands and knees. На коленях и на руках стоит. They have a dog chain around his neck. И ему повязали на шею ошейник. And his wife is leading him around up the aisle. И жена его ведет по проходам. Singing, where he leads me, I will follow. И поет песню, куда поведешь меня, я последую за тобой. Have another tape. Есть другая кассета. The pastor's preaching. Пастор проповедует. People are running up, stuffing his pockets with money. Люди сбегаются, набивают его карманы деньгами. Money pouring into his pocket. Деньги льются ему в карман. And the new doctrine in the United States. Новая доктрина в Соединенных Штатах. From the success gospel. Из Евангелия успеха. Is this. Вот какова. If you want to be blessed. Если ты хочешь быть благословен. You find the most blessed preacher. Найди самого благословенного проповедника. You find the richest pastor. Найди самого богатого пастора. That's a sign God is using him and blessing him. Это знак о том, что Бог его употребляет и благословляет. If you want to be blessed, если ты хочешь иметь благословение, you give your money not to the church. Ты отдай деньги твои не в церковь. But you give the money to the man who is most blessed. Но ты отдай деньги человеку, который более благословен. So you have the best chance to be blessed. Чтобы ты имел самые лучшие шансы на благословение. I have another tape. У меня есть еще кассета. I have people send this from all over the United States. Люди посылают мне их из всех мест Соединенных Штатов. And I watch it. И я наблюдаю за этим. I say it's crazy. Я говорю, сумасшедший. Where does it end? Где конец этому? Where's the spiritual discernment? Где развлечение духовное? Here's a man. Вот человек, who is very well known. Который очень известен. And he's walking through the congregation. И он ходит по собраниям. Hissing at people like a snake. И он шипит как змея на людей. And they start wiggling on the floor like a snake. И потом начинает как змея извиваться по полу. About 50 people wiggling under the seat. Человек 50 подползают под своими креслами. Everybody
is running around, и бегают вокруг все, singing a song, поют песню, run for the money, бежи за деньгами. The faster you run, чем быстрее побежишь, the more money you get, тем больше денег получишь. Pentecostal, пятидесятник, charismatic, харизматики, get the picture, картину получите такую. People down here barking, вот здесь люди лают. Somebody hissing, кто-то там шипит. Preacher trying to preach, проповедник пытается проповедовать. Throwing money at him, в него деньгами бросают. Stuffing money in their pockets, набивает карманы деньгами. People running around, люди вокруг бегают. They call it the Holy Ghost, они называют это Святой Дух. I weep, я рыдаю, because people come from people come from Russia. Потому что приезжают люди, как из России. The gospel's here. Слышали Евангелие здесь? Some of you may be in it. Кто-то из вас может быть в этом. You may be angry at me right now. И может быть вы на меня сейчас злитесь. But I'm gonna tell you something. Но я хочу сказать вам нечто. That's not what I read about my Jesus. Это не то, что я читаю о моем Иисусе. I don't see altar calls. Я не вижу призывов к алтарю. I don't see people weeping for sin. Я не вижу людей, рыдающих о грехах своих. When I'm in Times Square Church, когда я в церкви Times Square, and I look over here, я смотрю сюда, and I see seven men dressed like women, и я вижу семь человек, мужчин, одетых в женское, transvestites, трансвестит, hungry for God, алчут Бога. And I look over here, there's a young movie star. И я смотрю сюда, и здесь звезда, кинозвезда молодая. She's going to commit suicide in 2 days. Она через 2 дня будет совершать самоубийство. Jump out 11th-floor window. Выпрыгнет с 11-го этажа. And I see a CEO, the head of a president of a corporation. И я вижу директора, президента корпорации. He's lost his business. Он потерял свой бизнес. He's on the streets now. Он сейчас на улице. He was a multi-millionaire. Он был мультимиллионер. Cocaine cost him everything. Кокаин стоил всего для него. And he's on the streets. И он на улицах. He's filthy. Он грязный. And I look over here. Я сюда смотрю. And I see a 15-year-old boy. Я вижу 15-летнего мальчика. His brother's dying of AIDS. Его брат умирает от СПИДа. I don't see anything to laugh about. Мне здесь не над чем смеяться. I can't laugh at that. Я не могу смеяться над этим. I can't laugh. Я не могу смеяться. I can't laugh. Я не могу смеяться. I can't laugh when they make the Holy Ghost look like a fool. Я не могу смеяться, когда они Духа Святого выставляют посмешищем. The Holy Ghost comes to convict of sin. Дух Святой приходит, чтобы обличить в грехе и в праведности и о суде. Ha, 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 ha.